New Creative People Present. Кто это там такой сидит? Скажите, что у нас сегодня происходит и куда мы едем? Мы едем на Цитинью. Цитинью, окей. Че, куда едем? Цитинью. Сегодня мы собрались в город Цитинью. Там есть хорошие... Там есть хорошие достопримечательности, всякие храмы, всякие горы, всякие озера, всякие поля, всякие. Какие яркие, какие. Там, где море, чистый воздух, горы, облака. Скажите, как ваши ощущения? Хорошо. Вы боитесь? Угу. Ну что, как? Вот. Нам нужно вот туда. Я считаю. Моя красивая, любимая жена. Это нам не пустых слов колебания. И крепкий наш союз, благословение с небес. Спасибо Вышнему за жизнь и множество чудес. Монтенегро восхищается душа. Монтенегро, вокруг такая красота. Монтенегро, хочу еще. Мы едем прямо в облаках. Вот это облака, офигеть. Это город, который находится в облаке. А ты фокус сделала? Да. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас мы едем в Цитье, и мы едем через горы. Стремно, смотрите, какие горы там. И у нас здесь происходит то, что мы едем высоко-высоко забрались в горы. И здесь у нас просто вот что за окном. Туман. Просто ничего не видно, просто ничего не видно. Это очень круто, очень круто. Если ничего, кто поедет в Черногорию путешествовать, то обязательно поднимайтесь вверх. Если бы не девчонки, я бы уже давно взлетел бы. Но с девчонками здесь не полетаешь. Будь по мне, я бы вообще сидела на пляже, валялась бы, пила коктейльчики, загорала и плавала, и больше никуда бы не ходила. Точно бы здесь я бы не оказалась. Потому что я не люблю приключения такого рода. Угрожающие. А что значит о споре? Что это за красная надпись? Остановка. Вы не поверите, мы в облаке! Здесь у нас есть вода, мы не умрем с голоду! Все, уходим! Что ты пугаешь, блин? Машина! Где? Мы находимся здесь, в большом облаке, вы не представляете, как это круто! Здесь вообще просто все в облаке, ничего не видно! Вот у меня там, я сейчас... Я до туда не дотянусь! Поехали. Мы едем без Хомы. Она остается в горах жить в отшельничестве. Здесь одни горы и облака. Горы, ну, облака. Ну ты так снимаешь вообще? Горы, облака. Облака, горы, дорога. Мне сказали снимать, поэтому я снимаю, что вижу. Вот горы, облака. Горы, все, облака. Хватит. Малышка вообще не умеет снимать. Она сначала не может включить видео. Что автосвит? Там такая туча вообще на горе сидит. Ай, мы доехали до Цитини наконец-то. Это ну, какое-то другое. Почти, это какое-то другое прям государство, как будто, потому что здесь нет моря. А вот смотри, Лавчен. Лавчен. Я хочу Лавчен. Привет. А вот он, а вот будущий. Мне кажется, он меня побьет. Привет, маленький. Я не успела. Можно? Ничего не видно. А мы заехали... В лес. В гремучий лес. Зачем мы сюда заехали? Потому что мы едем на гору Лавчен, которая вообще никак не начнет. Сними меня. Опять. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Мы почти приехали. Кто будет его зрителем? Все понятно. Не слушайте Соню. Соня у нас трусишка вообще всегда и везде. Она не любит туда ехать, не любит сюда ехать. Ты хоть кого снимаешь? Мои ноги снимаешь? Молодец. Твои руки, как ты водишь, снимают. Это же очень мужественно. Вот, и мы, короче, поднимаемся, и здесь малышка у нас вообще просто на измену подсела. Не хочет ехать туда, в гору. Не хочу, не хочу, не хочу туда. А вы смотрите, Ой, тут даже снег еще лежит. Где? Вот. Ты что, это не снег? Будет зритель думать, что это снег. И мы забрались почти на гору, здесь лес, здесь очень красиво, здесь спокойно, здесь сверчки. Фу, когда же мы отсюда спустимся? А вы смотрите, Здесь даже эти додуванчики есть. Ну как, холодно? Прихолодно, конечно, у меня шерсть дыбом встала. Привет, привет, всем привет! Здесь у нас гора Ловчен и малышка. Эхо! Малышка там на заднем плане, смотрите, она боится выходить. Она вообще боится гор, говорит, я хочу быстрее обратно. Сколько можно ехать по серпантину влево-вправо, меня тошнит. Дайте мне пакет. Но я говорю, терпи, малышка. Ты, если увидишь такую красоту, ты зарядишься ею на 1000 вперед лет назад. Ой, вперед, я вернее, назад не будем. На она поехала на хип-хоп вечеринку, но не тут-то было. Хип-хоп вечеринка у нас будет вон на той горе, смотрите. Вы посмотрите просто, какая красота. Мы доехали до лошади, которая была на нашем пути. Вот она, смотрите. Скажи что-нибудь погромче, чтобы она на тебя посмотрела. Эй, привет! Лошадка... Кап-кап-кап-кап-кап! Еее, молодец! Тоже было красиво. Пока-пока! Конька! Здесь просто неописуемая красота. У-у-у, горы! Мы остановились в кафешке, чтобы попить кофе, потому что дорога была длинная, все устали, все утомились. Решили подкрепиться. Марина гадает на кофейной гуще. Что там нагадала? Не знаю, я пока еще не поняла, что она мне показала. Ой, как там красиво, смотри. Поехали. Готов? Да. И